Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики совместно с учреждением дополнительного образования Донецкая Республиканская Малая Академия Наук учащейся молодежи провела награждение победителей второго этапа Республиканского конкурса защиты научно-исследовательских работ учащихся. Жюри конкурса, в состав которого вошли научно-педагогические работники высших учебных заведений и школ Донецкой Народной Республики, отметило широкий спектр и актуальность большинства научно-исследовательских работ и высокую степень подготовки конкурсантов. О важности мероприятия журналистам рассказала директор Донецкой Республиканской Малой Академии Наук Павлова Ангелина Витальевна. Сегодня мы награждаем победителей второго этапа Республиканского конкурса защиты научно-исследовательских работ учащихся членов МАН, которые защищали свои работы в 2014-2015 учебном году. Первый этап был заочный, он проходил в городах и районах республики. Второй этап мы проводили здесь, на базе Донецкого национального университета, при участии членов жюри, которые являются преподавателями высшей школы и заслуженными учителями общеобразовательных школ. Тематика работ была разнообразная. Это не просто бумага, которую дети с собой заберут на память. Это тот документ, который при поступлении в вузы республики добавит им за первое место 30 баллов к общему результату их зачисления, за второе место 20 баллов и за третье место 10 баллов. То есть детей мы замотивировали заниматься наукой, ну, скажем так, на все 100%. Награждение состоялось сегодня в актовом зале главного корпуса Донецкого национального университета. Победителями конкурса стали представители школ и лицеев различных городов Донецкой Народной Республики. Донецка, Макеевки, Снежного, Енакиево, Шахтерска, Тереза, Харциска, Горловки, Докучаевска, Новоазовска и Зугреса. Учащиеся, победившие в конкурсе и награжденные дипломами первой, второй и третьей степеней, поделились своими впечатлениями после мероприятия. За что получили диплом? За свою научную работу «Стимпанк как направление научной фантастики». Какие эмоции испытываете? Расскажите. Ой, волнение, счастье, очень много эмоций на самом деле. Это мой первый опыт вообще в научной работе. Это было очень здорово. Да. Когда ты не спишь по ночам и готовишься, это, не знаю, вносит в себя что-то новое. Когда ты готовишься к научной работе, ты узнаешь, насколько гибкий твой мир, насколько много в нем действительно умных людей, и ну, ты сам что-то вносишь в деятельность твоего города и, в общем, образование в нем. За что получили свой диплом? Я получила свой диплом за работу по истории секции этнология. Какие эмоции вы сейчас испытываете, вот получили диплом? Я очень волновалась и готовилась к защите, и саму работу писала долго. Это для меня такой волнительный момент. Я до сих пор так еще на эмоциях. Много эмоций получил при получении этих двух дипломов за мои работы. Свои работы я писал очень долго, очень трудоемкий. Это был труд, но он того стоил. Важность такого события нельзя недооценить, ведь все полученные учащимися дипломы за победу в конкурсе – это дополнительные баллы для поступления в вузы республики. Со словами напутствия перед юными учеными выступила президент Донецкой областной малой академии наук, доктор физико-математических наук Беспалова Светлана Владимировна. Дорогие ребята, поздравляю вас с первыми успехами в науке. Желаю вам стать новыми ньютонами, менделеевыми, королевами. Больших успехов вам, гладкой дороги. Ну вот и закончилась церемония награждения победителей конкурса Малой Академии Наук. Дипломы, полученные ребятами, станут для них дополнительной помощью при поступлении в вузы. Анна Меньшикова, Вячеслав Богайчук. Специально для Новороссия ТВ.